Друзья, ребятушки, рыбаки, доброе утро! И снова мы на рыбалке. Не за рыбой, на рыбалке. Приехали на озеро Шагозеро. Сереж, все оторвало, щука, но выскочила. Да, но оборвало все. Ага. Ребят, я вытащила щуку. Вот она. Окуневый глаз. Прошло полчаса. Я пересела на вторую луночку. Здесь сразу поймала 4 окушка маленьких, небольших. Но это все ушные наборчики. Сейчас покажу вам первую лунку. На первой лунке сразу поймала одного окушка. Маленького-маленького. Попросила у него глазик. Прицепила крючком. И опускаю. И у меня сразу бэмс. И у меня сразу щучка. Вот такая вот небольшенькая. Я ее вытаскиваю. И оказывается у нее крючок во рту. Все оборвало. Пока я доставала крючок, поранилась. Вот, а еще вот такой вот неплохой окушок у меня получился. В общем, за 30 минут у меня есть уха, у меня есть щучка. Народ есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И я седьмая. Все, пошла на вторую луночку, там посижу. Потом Сережа мне тут еще насверлил. Две самоловочки поставили, пока тишина. Ну, всего полчаса прошло, я считаю, что неплохо. Может, еще что-нибудь поймаем. Погода отличная. Ветра почти нет. А если так легонечко, то южный. Температура минус 3, минус 4. Давление... Наверное, сами знаете, что она сейчас шпарит очень высокая. На сегодня 770 миллиметров ртутного столба. Ну все, пошла ловить дальше. Мне сегодня везет. Еще раз повторюсь. Их ловлю на глазик. Ух, рыбалка подходит к концу. Наверное, надо подвести итоги маленькие. Мы нынче с Сережей на две кучки. Одна его, другая моя. Смотрим. Это Сережина кучка. Такие неплохие экземплярчики есть. Есть мелочевочка. Все уйдет. Все пойдет. А это мое. А это мое. И щучечка небольшая. В общем, мы ловом довольны. Сегодня только не было плотвы. А Сережа еще не может успокоиться. Еще ловит. Время второй час. Но пора закругляться. Все, уже почти прекращается клев. Спасибо, ребята, что смотрели. Пока-пока. Вам всем удачи.